Приветствую, друзья. Мы тогда провели встречу с мастерами ТРИС, с Виссарионом Сибиряковым и с Михаилом Шустерманом. Прекрасная встреча. Мы обсуждали, как же решить глобальные проблемы человечества и человека, и чтобы много людей подключились и вместе решали. И почему я именно с мастерами ТРИС, с моими друзьями? Потому что они занимаются теории разработки изобретательских задач. Кто, как не мастера ТРИЗ, которые знают саму технологию, саму философию, как создавать изобретения по Альтшулеру. А это книжка Альтшулера, который сначала был фантастом, а потом создал школу ТРИЗ. Они его ученики. А потом они были и моими учениками. И вот все мы вместе дружим. И хотим сделать выход из этого тупикового состояния, в которое наша цивилизация сегодняшняя на планете вошла. Ищем выход. Именно сделав изобретение, можно сделать выход, потому что это очень сложный вопрос, и его надо решить. И только вместе мы можем решить этот вопрос с подключением вас и всех, кто хочет думать не только о себе, но и о своих детях, о потомках своих, да, и вообще о человечестве. Потому что критерием нормальности является это беспокойство не только о себе. И вот мы сделали это видео, и там на видео говорили, и Виссарион сказал, что вот это видео всем сразу выкладывать рано, а дай только тем, которые у тебя пользуются доверием, которые являются участниками твоей школы «Человек будущего» Homo Futurus, где они сами тоже почетные участники, вот таким же, да, и участникам, которые реально искренне хотят решить эти вопросы. И, пожалуйста, теперь передай им два вопроса, на которые они могут дать ответы. И эти вот вопросы такие. Разошли, вот он написал, от своего имени простую анкету из двух вопросов, что надо иметь или сделать, чтобы сократить количество войн на Земле. И второй вопрос, что надо иметь или сделать, чтобы сократить потребление лекарств. Эти два главных вопроса. И ответы, предложения должны быть не менее 20 на каждый вопрос. Ответы письменно, на русском языке, выслать на мой или твой мейлы. Да. Итак, друзья, я вам все передал. Пожалуйста, пишите ответы. Не менее 20 на каждый вопрос, письменно, на русском языке, на email Виссариона. Или на мой. Мою почту вы знаете. Итак, до встречи, друзья.